25 декабря 2015 года состоится премьера нового фильма с Леонардо Ди Каприо «Выживший». Чтобы сняться в этой ленте, Лео пришлось отрастить бороду. К сожалению для поклонников, Ди Каприо отказался сбривать бороду даже после съемок. Некоторые фанаты даже предполагают, что сейчас актер страдает от блох. Лео позабавился, когда ему сообщили о таких комментариях в сети, однако тут же заявил, что блох у него нет. Чуть позже Ди Каприо сказал пару слов о том, как проходили съемки картины. «Весь этот проект стал для меня настоящим тестом на выносливость. Это было действительно очень тяжело. Я просто не чувствовал свои руки, они у меня постоянно мерзли. К счастью, рядом была труба с теплым паром, мне удавалось греться. Я называл эту трубу осьминогом». Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!